Добрий день. Журналісти Української правової газети. Так, да, я слухаю вас. А вам не кажется, что ваше транспортное средство стоит с нарушением правил дорожного движения? Ну, здесь смотрите, пересечение дорог. Видите, какое... Ну, это же не перекресток. Как не перекресток? Почему это не перекресток? Это не перекресток, это заездной карманчик. Мы сразу... Держи, держи. 10 метров от въезда. Держи. Сейчас я пофотографирую, приложу материал, все видео. Договорились. Это место концентрации ДТП? Это довольно опасный участок. А где знак? Это 39. Один у нас есть. Не-не-не, вы говорите, что это аварийный на Беспечный. Аварийный на Беспечный. Это маршрут 17, аварийный на Беспечный. Чем она обозначается? Один знак. 1.39. С табличкой зона, где есть знак, правильно? Ну да. А где знак? Здесь нет такого. Ну, значит, это не место концентрации ДТП и на аварийном. Это есть аварийно, это вы, значит, вот так твой маршрут, аварийно на Беспечный. У нас есть, у нас есть на сайте 1.39. У нас есть на сайте список аварийно на Беспечный. Вот улица Набережная входит в перечень. Посмотрите, пожалуйста. Закрывал. Первая 122. Не снимайте, потому что тут конфиденциальная информация, это у меня глаза без видеосъемки. Вот я там просто... У меня такой вопрос, почему вы нарушаете? Я ответил, я сейчас занят, я вообще не слышу. Какие скорость водителя? Точно так. Эта дорога, улица Набережного, вызначена. Ну а чего вы пропись не зробили? По поводу знаку. 1.39. Чергову частину. Чергову частину. Ви ж робите припис? Так точно. Значить, робимо. А що раніше не зробили? Ви ж не сержант, ви капітан. Так точно. Получається, ви навмисні. Люди, водії. Штовхаєте на таку от визила. Водій їде, тут аварійна безпечна ділянка, він не знає, а ви стоїте, просто знімаєте. Включіть розшивничок, щоб водій бачив, що тут аварійна. А ну сфоткай. Саша, включи проблісковий маячок. Справа, чому ви наберете на мені здається перед. Саша, есть перекресток? Перекресток? Так это не место. Нет, да? Перекресток есть перекресток. Это не перекресток. Нет, я вообще говорю, понятие перекресток, это понятие перекресток. Точно так, это перекресток. Понятие, да, да. Понятие выезд прилегающей территории, это понятие выезд прилегающей территории. Это что? Вы говорите карман? Нарушили по метражу, что ли? Выезд, конечно. Мы отступили от... 10 выезда и от заезда. 10 метров есть сюда, 10 есть. А вот на каждом кругу можно. Через стоп мы не можем. А через стоп? Справа, слева 2 метра. Если я буду выезжать вот здесь, вот я буду выезжать, буду смотреть в ту сторону, я что-то увижу? Вы все увидите. Что я могу увидеть? Я могу увидеть инспектора, который нарушает правила дорожного движения, и человека гражданского. И автомобиль с надписью на капоте ДПС. Ничего более я не увижу. Сейчас Саша будет звонить. Нет, смотри. Просто интересно. Просто интересно. Просто интересно.
по номерам нарушения. Перекрестки 10 метров поотмерял и стоишь. Да, да. Вообще супер. Харьков молодцы, активные. Написано, вы с той стороны или с этой. Там четко обозначено. Слушай, инспектор, можно спросить, это правда? Это правда, правда так, что можно на каждом перекрестке по 10 метров отступить? Это так вся как бы. Объясни инспектору про 307 статью Цивильного кодекса гражданского. Да зачем? Не надо? Пусть снимают. Пусть снимают. Можно? Ну это если перекресток. Это перекресток? Это выезд на прилегающую территорию? Въезд. Непосредственно при въезде на прилегающую территорию нельзя стоять. Откройте право. Да что вы говорите? И так можно стоять. Откройте право. То есть можно здесь стоять? Я еще раз сказал. Я вам все сказал. Я вам сказал. А здесь не выезжают люди? Нет? А закругление это для чего? Днем молодой человек все происходит. Зачем? Спасибо за комментарий. Можно ваше удостоверение увидеть? Нет. Лучше к вам не обращался. Как это вы не обращались? А только что вы? 211 приказ, никак? Ну, если я вам обращаюсь. Нет, нет, 111 приказ, если гражданин к вам обратился. 111 приказ, 282, почитайте, пожалуйста. Там все изложено. Ну, я с вами обращаюсь. Пошел, вам трудно показать удостоверение. 111 приказ. Да. Нет. Есть? А, так давайте посмотрим. Я зачем мне? Давайте посмотрим. Я к вам не обращаюсь. Так там написано при обращении гражданина к вам. Ну гражданин к вам обращается, хочет узнать, вы настоящий милиционер или нет. Вдруг вы не настоящий. Так давайте посчитаем вместе. Зачем? Если вы на месте здесь сейчас. Я еще раз говорю, я к вам не обращался. Так давайте посмотрим 28 класс, 11 приказа. Юра, не отвлекайся. 28. А можно каким-то образом узнать номер телефона? Не даете, да? Выше на формулировку? Что это такое? Не, вообще. Представиться и по вашему требованию предъявить удостоверение личности. Я вас останавливаю, представлю. Это алгоритм моих действий. У вас есть закон о милиции, вы сейчас мне говорите о статье 5 закона милиции. 4.04.15. И у вас есть закон о ГДПС. Выполните
исполнительный приказ господина. Это алгоритм. Это не алгоритм. Это ваш приказ. Это ваш приказ, согласно которому вы должны работать. Пункт 27.2. Последняя фраза. 0.6.12 и дальше номер еще раз. Сейчас, пожалуйста, отойдите просто. Мы хотим, чтобы соблюдение закона было, чтобы вы убрали машинку отсюда. Вы нарушаете закон милиции, вы нарушаете приказ 111. Я сомневаюсь, что вы сотрудник милиции. Для того, чтобы я удостоверился, будьте добры, предоставьте мне служебное удостоверение. Понимаете? Если вы считаете, иначе мне придется сейчас вызывать сюда милицию. Вызывайте. Вызывайте 102. 102 вызывайте. Я звоню на 102. Товарищи, дайте, пожалуйста. А если в случае того, если гражданин хочет к вам обратиться? Скажите адрес. Адрес скажите. Тоже при этом тоже знать, инспектор вы или не успеете. Я вам предоставил. Гражданин должен же убедиться. Один сотрудник, а другой что-то. Ситуация, судя по всему, ну сейчас начнут драться, как мы заранее звоним. Набережная Ленина, это набережная Ленина, улица. Набережная Ленина. В районе парка Победы. Да. Сейчас, секунду вам. Алло. Называется пост, который с НЛО. Заехали на тарелку. Сейчас. Зачем? Выбросим. Руслан. Анатолий! Руслан, а уже мы за ремилицию, уже я думаю, нашел. Ну конечно, прореагировали. Мы не снимаем удостоверение. Снимаем удостоверение. Кострицкий Александр Викторович, пребываю на посаде инспектора ДПС 16.04.2013. Спасибо. Спасибо. Перекресток, улица Украинская. Одно из трех мест концентрации ДТП на набережной. Или аварийно небеспечный. И место концентрации ДТП выключено. 130... Справочник, это не место концентрации ДТП. 131 приказ, дополнение к 111 говорит четко, исключительно. Исключительно в местах контраста ДТП. Там не говорится о каких-то аварийно опасных. Исключительно. Там так написано. 131 приказ, конечно, есть. А у вас есть? Давайте вместе отвечать. Это служебная. А какая служебная, скажите, 131 приказ? 131 это служебная. Разрешайте нам выполнить службу, вы отвлекаете нас от службы. Мы хотим, чтобы вы, совершая контроль за безопасностью дорожного движения, сами соблюдали правила дорожного движения. Вы стоите хорошо с нарушением правил дорошего движения. Считаете? Я не считаю, я в этом хорошо, абсолютно значит, уверен. Ребят, к вам подошли граждане, просят вас устранить это нарушение. Граждане просят. Неужели вы не пойдете навстречу гражданам? Сделайте, пожалуйста, одолжение такое. Уберите, пожалуйста, машину отсюда, и все, и проблем нет. Проблема исчерпана. И мы уехали в другое место. Вот парковочка для машин. Вот сюда встаньте, вот где машины приместятся. А туда нельзя, потому что мы будем стоять вне зоны видимости для всех участников дорожного движения. Мы проспекты не нарушаем. Нет, если это немецкая сразу ДП, то здесь вообще нечего. А маячок зачем вы включили? Нет, ну маячок правильно. Маячок уже ладно. Они слушают цепь, так вот маячок. Нет, он говорит, что он не нарушает. Зачем тогда включили маячок? Вы все понимаете. Ну вы все понимаете. Я что думаю? Один из людей, который понимает, что это нормально. Извините, это свидание, мы переезжаем в другой. Спасибо, инспектора, спасибо, что вы... А куда переезжаете, место концентрации ДТП или нет?
До свидания.